утра жарище стояло. И вот тучи откуда-то набежали. Вот такой ветер. Деревья качаются, гнутся. Сейчас такой сильный-сильный порыв ветра был. И вот тот лес. Прям вообще он... Деревья вот так наклонились, что он прям белый, стволы было бы. Стволы оголились. Вот, почти как сейчас. Не знаю, видно или нет. Вон какой ветер сильный. Просто красиво. Мы почти весь день дома посидели. Я немножко пополола и все, и зашла домой. Потому что очень было жарко. Вот дождик моросит. Такой шум поднялся, ветер. Я куда-нибудь спрячусь от дождя. Если коровы не побегут домой, значит, пускай кушают. А я куда-нибудь встану, под крышу спрячусь. Ну, опять возле церкви. Встану вот туда. Сегодня ничего не делали, не работали. Не знаю, ну, наверное, только вот пока разобрали, там куча вон лежит, вывозить будут. Ой, какой ветер. Наверное, будет сильный дождь. Ой, вот здесь вообще деревья. Вон как березы гнутся. Так, с утра солнце такое яркое. Жаркое. Будет сейчас время, наверное, часов 5 уже. Не знаю, сколько времени. Который час. Решила красота. Красивые русские леса. Помню, в школе писали. Я не знаю, кто автор этих слов. Но помню, писали такое. Красивые русские леса. Красота. Такой ветер был сильный, очень. У меня сломала яблоня. Вот такую ветку. И аж оттуда принесло сюда. Кот, уйди, персик. Все. Прям налили мне. Кошмар. Все. Здесь сено лежало. Прямо на грядку с лилиями. Короче, яблоней моей пришел конец. Все, она и так старая была. Мы хотели убирать. Ну вот, не знаю. Что-то, наверное, до осени отплодоносит, если на ней еще что-то там завязалось. И, наверное, ее будем убирать. Расцветает. Практически уже калина моя расцвела. Вот такая красоточка. Ой. Кустик. Еще и забор там у меня уже, правда, поставили его. Забор оторвала из профнастила перед домом. Ой-ой-ой, все.
яблони моей коней.